Ох ты, какая шустрая. Ой-ой-ой-ой. Блин. Ой. В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить уникальный канал под названием Мегаматрикс. Ребята, ссылка есть в описании, обязательно перейдите, подпишитесь, потому что парень снимает Блокстрайк сериалы, так что кому они интересны, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня у меня будет очень позитивное видео, так что кому не сложно, пожалуйста, прямо сейчас поставьте большой и жирный палец вверх, а также подпишитесь на мой канал. Сегодня, ребята, ваш Кент АПК раскроет всю правду про себя. Вы узнаете, какие видео снимал Кент АПК? Внимание, 7 лет назад. Наверное, половина моих подписчиков еще не было даже в планах. Но, ребята, видео уже были. 7 лет назад Кент АПК начал снимать видео по игре Майнкрафт. И сегодня я хотел бы их вместе с вами пересмотреть. Ну что ж, я думаю, что уже пора начинать. Так, ну-ка чуть-чуть погромче включу. Ладно, ребят, понеслась. А, подождите, подождите. Сейчас, слушайте внимательно. Вдумайтесь, у меня был ник, что в переводе означало «красный призрак». Блин, рука-лицо просто. Вот я думаю, как я мог придумать, насколько тупой ник. «Красный призрак». Ну, я в шоке с себя. Ну, все, ребят, погнали смотреть. Привет всем, с вами Red Cost. Да, да, это Кент АПК, не удивляйтесь. Продолжаем. Сегодня мы пойдем в пещеру добывать. О май гад. Блин, как же стыдно. Недалеко. А, это ловушка, кстати, кажись. Подождите. Да, да. Или не ловушка? А, я, короче, в будущем вот эту вот яму переделал в ловушку. Я помню это место. Чтобы добраться в пещеру, я прорыл такой туннель и залил все водой. Блин. Меня наверняка поджидают. А я помню, в будущем, короче, ребят, я беру, в общем, ведро пустое, всю воду забираю, и, короче, всяких чуваков туда кидаю в яму, они умирают, и я у них забираю вещи. А ну-ка. Вот пошли люди, пещеры приватят. Вот пошли люди, пещеру приватят. Блин, это ор. А ну-ка. Там вроде не заприватчено. Ё-моё, ничего не видно. Ну, давайте немножко перемотаем. Может, где-то там алмазы вверху завалялись? Пипец, я как будто какой-то наркоман Павлик. Там, может быть, где-то алмазы вверху завалялись. Ё-моё. Короче, давайте смотреть сразу следующее видео. А, я вам еще расскажу немножко. Я играл на этом сервере, а потом в один прекрасный момент пришел админ и залил мой дом лавой. Блин, как же мне было обидно, ребят. Я так долго играл. Я не знаю, там полжизни... Ладно, ну не полжизни. Я там очень много времени потратил на этом сервере, а в итоге админ пришел и залил все лавой. Блин, ребят, было пипец как обидно. Ладно, давайте смотреть дальше следующее видео. С вами Red Ghost. В этой серии я бы хотел показать вам, как быстро вырастет дерево. Ничего себе, ребят, вы только посмотрите, сколько у меня всяких разных ресурсов, пипец, вот эти задрот. Вот смотрите, у меня их аж 6. Так, ну у меня есть 6 косточек. Далее с этой кости мы скрафтим муку. Блин, лол. Получаем сколько? 9 костной муки. Ага, так. Далее костную муку ложим сюда. Куда ложим? Так, а ну куда ложим? Да. Так, ребят, берите листочки, ручки, записывайте. Неважно. О, и все. Вот, блин. Ладно. Ой, ор. Нам понадобится саженец дерева любого. Вот. Я взял саженец березы. Так. Вы просто посмотрите на мой дом! Он сделан из грязи. Из песка, из дерева и из кактусов. Чё там хотя бы кактусы делают? Вот за это, ребят, уже реально стыдно. Чё я делал? Где моя фантазия? Чё это за наркомания такая? Как я дом сделал? Блин, мне жалко самого себя. Ну что ж, поехали. Кост, сегодня мы продолжаем обзор нашего видео «Начало-начал». О май гад. Продолжаем обзор нашего видео. В этой серии хотел бы вам показать, как добыть пищу.
Да, довольно-таки полезное видео, да, ребят? Кто не знает, как добыть пищу, то ставьте лайк. Ну, это, короче, было вообще полный жесть из-за этого глюка. Ну, то есть, я в игре играл вообще нормально. Но когда я снимал видео, то сама программа для записи видео, она как-то меняла цвета. Из-за этого, допустим, у меня вместо синей руки, у меня чуть желтый. Вместо синей воды, у меня вообще там красный. Ну, короче, какой-то бред получался. Так, ладно. Но это, ребят, было смешно. Чтобы добыть пищу, нам нужно так. убить животного. Опача, а вот это, ребята, уже годные советы. Чтобы добыть пищу, нам необходимо убить животного. Великие цитаты от великих людей. Вот, к примеру, так. Животных тут с виду нет. Какого он, видите, свинья. Ребят, видите свинью? Я лично ничего не вижу. Я вижу только квадратики, потому что я снимал в 360p. Мясо, ой-ой-ой. Блин, у меня такие правдоподобные эмоции. Слушайте внимательно, мои эмоции. Мясо, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это эмоции. Я использую меч. Ага. Так как в этот раз я его почему-то не взял, ага, буду убивать своими руками. Голыми руками. Ой, так. Блин. Вот сам пошутил, сам посмеялся. Вот это я школьником был. О, свинью не нашли, но зато пещеру. Вот это да, ребят. Пошли, короче, добывать пищу, а в итоге нашли пещеру. Зашибись. А, вон на свинья. Опача, а ну иди сюда, моя маленькая. Мы... О, тут даже две. Сегодня я не буду. О, сегодня, ребят, у меня праздник, две свиньи. Ох ты, какая шустрая. Ой-ой-ой-ой. Блин. Решим. Вот это жесть! Не, ну вы это видели, блин! Ну я просто мастер троллинга. Также свиней можно приручать. Чтобы их приручать, нам нужна будет морковка. Вот это был задротом. Я даже сейчас не знаю, чтобы приручить свинью, что нужна морковь. Вот смотрите. Ладно, всех свиней я не советую вам убивать, так как они не будут регенерироваться. Да-да, Greenpeace, спокойно, все нормально, я всех свиней убивать не буду. Так что не волнуйтесь, все под контролем, Greenpeace, все окей. Поэтому нам хватит 4 куска мяса, 4 куска сырой свинины. Вообще свинину мы оставим. Также я добыл семена пшеницы. Из них можно выращивать пшеницу, а потом ее также кушать. При обычном крафте на верстаке. Мы побежали. Эх. Вот, ребят, вы только посмотрите на мой зашибезный дом. Это обычная землянка, да? Вот этот кендуха дом построил называется. Я, кстати, помню, в какой-то из серий пришел крипер и разломал мне пол дома. Вот это вот рили был полный трэш. Так что, ребят, кто хочет продолжение, пожалуйста, поставьте лайк. Ну что ж, на этом у меня все. Ребята, кому понравился данный видеоролик и кто хочет продолжения, пожалуйста, поставьте лайк, а также подпишитесь на мой канал, мне будет безумно приятно. Ну что ж, надеюсь на вашу поддержку, а с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока.